Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Донато Кретти, итальянский художник периода рококо, работавший в основном в Болонье. Я цитирую Википедию. Родился в Кремоне 24 февраля 1671 года, переехал в Болонью, где был учеником Лоренцо Пазинелли. Его стиль был менее декоративным и переходил в более формальный неоклассический стиль. Это академизированный величественный стиль, который кристаллизуется в манерный неоклассицизм с четкой и холодной моделировкой фигур. Среди его последователей были Аулериано Милани, Франческо Монти, Эрколе Грациани-младше. Двумя другими учениками были Доменико Марии Фратта и Джузеппе Перони. Одним из запоминающихся достижений Кретти является серия небольших полотен, которые изображают небесные тела непропорционально больших размеров и подсвеченных над ночными пейзажами. Картины, заказанные в 1711 году графом Болоньи Луиджи Марсилли и предназначенные в подарок папе Клименту XI, должны были подчеркнуть необходимость спонсирования папскими государствами астрономической обсерватории. Вскоре после этого при поддержке Климента XI в Болонье была открыта первая общественно-астрономическая обсерватория в Италии. На 8 небольших полотнах изображены Солнце, Луна, комета и известные на тот момент 5 планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Умер художник 31 января 1749 года. Вот такие небольшие данные из переводной Википедии о итальянском художнике периода рококо, который работал в основном в Болонье, Донато Кретти. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.